Кургузов Иван Ефимович. Родился в Нижегородской области в 1914 году. Свой боевой путь он начал с августа 1941 года. В бою за город Хмельницкой области 25 марта 1944 года поразил вражеский пункт и пулеметную точку, а при отступлении врага огнем из своего орудия уничтожил еще несколько отделений пехоты. При отражении очередной контратаки в январе 1945 года Иван Ефимович подбил головной танк, после чего оставшиеся 7 танков отступили. В ночь на 26 января при форсировании реки Одер Иван Ефимович обеспечивал огневую поддержку, а при отражении вражеских атак подбил 2 танка и уничтожил одно орудие. За боевые заслуги Иван Ефимович был награжден орденом Славы 1, 2 и 3 степеней, орденом Отечественной войны 1 и 2 степени, медалью за отвагу.